Здравствуйте. Летний разгар в сезоне. Летний сезон в разгаре. И мы опять на природе. Сегодня будем готовить дорадо. Вот на огне, завернутую в фольгу. А сейчас я хочу приготовить маринад. Из лука, шалота и помидор. И лайма. Да. А, еще у меня такой соус тут. Пекани. Очищу. Люблю шалот. Как вы уже заметили. Вот за его деликатный вкус. Вообще с ним очень приятно работать. Хотя, надо признать, до моей учебы в академии кулинарии, ну, я, наверное, слышала про шалот, но никогда его не использовала в своих блюдах. Обычно это просто было репчатый или зеленый молодой. Но это было открытие. Так меленько режу. Посмотрим. Собрался и разобрался. Сегодня птицы не поют, зато вот ветер шумит в деревьях. У них деревья. Меня часто спрашивают, где я училась. Я училась в академии Эктора Брау, когда была академия. В 2017 году. Закончила два курса, к сожалению. Ну, что-то там не срослось с третьим. Вот. Изучала французскую кухню, которую очень люблю. И это, пожалуй, было лучшее время. Вообще. И вот еще помидоры. Смешные. Разноцветные. Какие яркие. Красиво будет. Это потом внутрь рыбы? Нет, я хочу обложить рыбу маринадом. Угу. Обложу, потом заверну в фольгу и бросим в костер. Даже без решетки? Да. Просто. А зачем нам решетка? Ну, рыбу я еще не готовила в этом сезоне.
Все-таки желтые самые мягкие. А розовые аж хрустящие. Угу. Это сальса. Ну. Соль, перец. Соль, перец, да, обязательно. Ну, сегодня такое. Ой. Такой сол. Необычный. Обычный. Смесь перцев. И даже кориандр тут есть. Это очень вкусно. И потрясающе. Все, теперь надо перемешать и добавить пекельный соус. Очень вкусно получилось. Немножко лайма. Угу. Это какая будет кухня? Какая кухня? Ну, если, не знаю, средиземноморская. Хотя сюда оливки бы или каперсы подошли, конечно, лучше. Ну, вот соус это лично от меня будет. Такая. Будет вам кухня от меня. Крепенько? Да. Класс. Вот такая вот рыбка. Сейчас я ей сделаю фольгу, сковородочку. Приятный вечерок. Сегодня очень повезло с погодой. Сегодня не жарко. Ну, по сравнению с прошлой неделей. Вообще. Вот. Пятница была 38, и можно было с ума сойти. А сегодня можно готовить. Так. Четыре слоя, да? Так, чтобы ей, знаешь, комфортно. Все. Рыба из ближайшего пруда? Конечно, тут пошла в озеро, в местное, в Сокорковское. И поймала, и вот запаковала. Тут же исключительно дорада ловится. Красивая? Да. Очень люблю дораду. И сама рыбка красивая. И у нее, конечно, вот само как-то мясо, я не знаю, правильно? Вот, оно потрясающее. Ну, вот. Ну и вообще она такая какая-то вся благородная. Она и внутри благородная. И когда ее чистишь, она какая-то вся. В общем, кайфушечная совершенно. Ты ее начиняешь внутри этим. И печу, и все. Нарисую очень удобно, конечно. А как
какое-то масло будет добавляться. Да, я еще полью маслом из виноградных косточек. Такая серьезная работа. Спасибо. Так, конечно, лучше, чем просто на весу. Наш сильная, смелая, но вообще не настолько. Как тебе? Красиво. Вот такое вот масло. Очень ага. Хороший такой производитель, да, авокадо очень хороший масло. Все, теперь его закрою. Не немножко. Я ожидала. Вот так я ее замотала. Для надежности. Готово. Вот тут все у меня готово. Все. А потом перевернем или сверху? Нет, пропечется вся, да? Ой, тут можно немножечко. А кто вообще придумал еду в угли закапывать? О, есть. Какая-то. Не знаю, в Латинской Америке зарывают вообще. Да. Еще и землей закидывают. Да, я оставляю. Почти, не знаю, часов на 12. Ну, мне нравится вообще такая манера приготовления. Так что это, в Латинскую Америку к нам. Ты думаешь, готово? Ну, думаю, да. Ну, сейчас узнаем. В принципе, она 20 минут сидит. Вот. Оп. Все. Оказывается, белок, да? Ай. Ну, да. Так, красиво. Да. А ну, покажи. Что? А как мы? Сейчас будем раскрывать. Попытаемся. Да? Где-то там была рыба. Да, вот сейчас мы бы не обогреемся. Да, вот эти тебе на ногах не нужны угольки.
Как же ж пахнет. Подружка. Момент истины. Да. Ну что? Готово? Я буду выкладывать. Хочешь ее разобрать на филе? Такая или живенькая. Разобрать на филе? Или да. Ножик. Все есть. Ну, конечно, на весу. Согласен? Ну да. Ой. Все прекрасно. И сейчас я его переложу. Как же ж красиво. Жалко. Не, у меня есть маленькая ложечка. Принести? Да. Это очень сложно. Сейчас, секунду. Ну что, представь блюдо. Лаймом не будем брызгать? Нет. Пока так, нет. Там и что? В процессе попробую. Дорадо. Маринованная в томатах, лайме, луки, шалоте, соль, перец. Ну, вот. И масло из виноградных косточек. Да, и на виноград посмотрела. Вот этих прям. Да. Ну что, будем пробовать? Будем. Ну пахнет как. Конечно. Как это можно не пробовать? Не надо говорить, надо есть. Это очень-очень вкусно. И красиво, и полезно. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на звоночек. Буду рада. Буду рада поделиться новыми рецептами. Все, что знаю. Все вам. Все съела? Ой. Вкусно же. Поймал.